Сегодня мы вам покажем очень интересную квартиру. Она небольшого размера, но в ней очень много интересных фишечек, как вы видите. Это квартира для молодой девушки. Она интересна тем, что она небольшая, в ней много всего мы умудрились совместить. И поверьте, она достойна вашего внимания. Что для нас всех наш дом, особенно для девочек? Добро пожаловать в маленький домик для девочки. Точнее, это уже не совсем девочка, это достаточно зрелая девушка, которая наконец-то приобрела свою квартиру и захотела в ней сделать ремонт своей мечты. Как вы видите, наш объект уже на стадии завершения, очень многое можно увидеть. В ней собрано много разных элементов, которые человеку нравятся. И как вы видите, это квартира светлая, яркая, в стиле арт-деко. Наша задача была все это закомпоновать, совместить и сделать из этого всего конфетку. Так как наша квартира достаточно небольшой площади, практически еле-еле набегает 70 квадратных метров, она студия. Студия у нас сделана кухня, столовая, гостиная. Сейчас мы находимся в зоне гостиной. Как вы видите, эта стена оборудована мебелью, полками под хранение декоров, какой-то посуды, зона телевизора. Она у нас задекорирована. Это ручная работа. Данное панно выполнено из гипса. Это лепной декор. Дальше после этого нанесена золотая краска. То есть можно сказать, что еще дополнительно ручная роспись. Наша кухня выполнена в классическом стиле. Кухня очень легкая. Кстати, это украинский производитель. Тут очень хорошая австрийская фурнитура. Здесь итальянский смеситель. Здесь установлена система фильтрации. Вся техника тоже итальянская абсолютно в дизайне нашей кухни. Так как все-таки это у нас студия, она зонирована не только с помощью мебели, она зонирована и с помощью осветительных приборов. У нас здесь многоуровневое освещение, у нас есть основная люстра, это наша зона гостиной. У нас есть ряд светильников, не будем их пока распаковывать, оставим интригу на потом. Это светильники, которые будут над столом, над зоной обеденной. Также у нас есть отдельно подсветка рабочей поверхности кухни и скрытые подсветки потолочные. Это для любителей интимного освещения, то есть вечером можно смотреть телевизор, выключив все виды освещения, оставив только подсветочку потолка и полочек. И у вас будет достаточно приятная, комфортная атмосфера, плюс это полезно для глаз, у вас нет яркого бьющего света. Также, что немаловажно, как в большинстве сегодня современных домов, новостроев, наша квартира, она оснащена автономным отоплением. Как вы видите, у нас есть газовый котел. Вот у нас газовые счетчики спрятаны, то есть горячая вода, отопление, все вы регулируете самостоятельно. Поэтому благодаря этой чудной системе, как видите, я в шубе, не просто так, потому что здесь ужасно холодно. Это, к сожалению, отвратительный момент, касающийся данных апартаментов. Большое спасибо, наверное, управлению данного дома, потому что газовый стояк у людей не подключен до сих пор. В квартирах очень холодно. Ремонт начинался летом, когда было тепло. Обещано было многое. Люди практически заканчивают. К сожалению, многое здесь не выдержит. И это придется переделывать из-за температурного режима. В квартире действительно еле-еле, может быть, будет 0 или 5 градусов. Большой привет нашим органам самоуправления в подобных домах. И большой совет всем, если у вас не подключены коммуникации, чтобы вам не обещали органы самоуправления, чтобы вам не обещал Киевгаз, Киевэнерго и тому подобное, не верьте этому, не начинайте свои ремонты, пока вам не подключили коммуникации, для того, чтобы потом не плакать и за свой счет не переделывать свои дорогостоящие ремонты.
Наш холл, он достаточно компактный, он немножко коридорного типа, но при этом это не ощущается за счет использования большого количества зеркал, за счет нашего шкафа, который подроблен и в него частично вставлена такая вот лавочка-диванчик, то есть вы можете присесть, переодеться, плюс добавляет это воздуху. Также есть зеркала чисто декоративные, которые несут функцию. Это пескоструй, это нанесение рисунка, это достаточно просто, недорого. И наш небольшой гостевой санузел. Здесь у нас не только унитаз с умывальником, у нас достаточно хорошая по размеру душевая кабина поместилась. Также у нас есть достаточно большой, очень вместительный шкаф для хранения и, конечно же, стиральная машина, куда без нее. Итак, мы в нашей гардеробной. То есть очень много у нас шкафчиков. В принципе, есть где спрятаться. Поэтому еще раз показываю, что мы использовали каждый свободный сантиметр. Дальше зеркало. Куда мы без зеркала? Во весь рост, большое. Оно за собой несет много функций. Первое, конечно же, где-то нужно себя видеть. Себя нужно иметь возможность видеть с расстояния. Так как у нас это вход в спальню, то достаточно с далекого расстояния себя можно рассмотреть. Кроме этого, зеркала увеличивают площадь. Данное зеркало создает такой эффект, что нет ощущения коридорчика от этого закоулка с гардеробной и санузлом. Идем дальше, там интереснее. Наша ванна, она компактная, она на самом деле небольшая, но очень вместительная. У нас здесь есть все необходимые средства гигиены, биде, унитаз. У нас замечательно оборудована, обдумана площадь над ними, так как они консольного типа. Все коммуникации консоли спрятаны в стену. Они, как правило, 1,10 м высотой, 1,20 м, и дальше пропадает площадь. Поэтому данная стенка обыграна в виде вот такой вот классической рамки. Наш умывальник, тумбочки, где мы всегда можем, опять же, хранить запасной рулон туалетной бумаги, все, что необходимо в ванной комнате. И, конечно же, наша красавица ванная. Ванне было уделено много времени. Это не просто предмет гигиены, это предмет, украшающий не только ванну, также украшающий нашу спальню. Наша стена полностью стеклянная, полностью прозрачная. Это, конечно, сумасшедший эффект, это дизайн, это красиво. Кроме этого, вы находитесь в ванной, и вам кажется, что она огромная по помещению, то есть нету стены, ну, практически она общая с ванной. Но для того, чтобы было комфортно и когда человек хочет уединиться, то у нас здесь будет со стороны спальни установлена портьера, штора, а со стороны ванной у нас вот такой чудесный выключатель, который нажимаете вы, электрокарниз закрывает штору, и вы оказываетесь в ванной одни. Итак, наша спальня. Она очень миниатюрная. В ней еле-еле хватило мест для кровати, тумбочек и телевизора. Больше здесь не становится ничего. Но за счет цветовой гаммы, за счет эффекта зеркал, за счет вот таких вот наших струящихся люстр, в принципе, всего, что здесь сделано, она выглядит воздушно. Кроме этого, с этого ракурса, благодаря стеклу ванной, это все равно огромное, хорошее, большое помещение. Зеркала с двух сторон, фрагменты, лепнинка. То есть все любимые мои приемы, они здесь как нигде гармонично вместе стали. Поэтому судите, комментируйте. Может быть, кому-то не понравилось. Может быть, кто-то хочет оставить комментарий, как здесь все плохо, ужасно. Кстати, цыганский стиль, безвкусица, все приветствуется. Все, как вы пишете в комментах в других местах, вы можете писать. Мы хотим критики. Мы хотим положительных отзывов, мы хотим вопросов. Добро пожаловать, с радостью всем отвечу. Сегодня я расскажу вам про дома, которые достаются нам не с нуля. То есть мы их не строим, это дома, которые уже готовы. Мы делаем либо интерьер, либо иногда бывает реконструкция. Такой сегодня у нас объект. Этот объект интересный, я покажу вам то, что было, я вам покажу то, что есть и что мы из этого сделаем.